Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Прямую воевать с китайцами я не хочу. Так, загрузили сейф, помочь, опять помочь денежкой, помочь финансовым в случае войны, ну мы там просто обсуждали с Инвитусом, поэтому я решил не убирать тот прошлый ход. Лучше я думаю дружить. И пока... Американцу так завезло просто, я когда на американца играю, мне вечно попадается континент, где просто никого нет. Один я, и он маленький, в полосочку, и нет места. Здесь... у меня получилось благодаря этому переходу не обработать медь. Который я думал, что это ресурс редкий. Теперь я действительно смогу полезно. И англичанин во время того, как мы грузили сейф, сказал, что он будет на американца нападать. Потому что типа, у него нет других вариантов. Ну, в принципе, так и есть. У него там производства нету нифига. Так, Витус, мы договорились, я так понял, да? Ну, Женеву... Кинул дружбу китаец перс. Женеву не захватываем. Что это значит, Витус? Ты можешь раскрыть эти слова? В прямом смысле, Женева будет жить. А Сюзерены, как посмотрим, как сказать. Окей. Перс, прими предложение. О, я уже в героическом, по идее. Так, смотрим, что там. Атака англичанина. Там еще я посольство отправил в Китай и в Грецию. Ну, не посольство, а делегацию. Зачем тебе это? Ну, не знаю, дипломатическую видимость. Решил посмотреть, что она ФФА дает вообще. И китаец ее принял? Не знаю. Это фейл будет года просто. А что дает? Ну, плюс три. Не, мне с русским бывает это беспонтово. Я не принял, я... Подождите, а разве посольство не слетает, когда война объявляется? Нет, вроде нет. Но у этого же у монгола не слетает. У монгола торговые посты, а не посольство. Нет, у него... Ну не посольство, а делегация. Да. Чего? За торговый пост у него. Ну, так у него торговый пост. Это все-таки другое. Торговые посты не слетают. Там торговый пост просто видимость дает. Уровень видимости больше. Горга дружбы не хочешь? Так, чисто чтобы была. Рабочая. Что политическая. Это? Русский. В общем, англичанин почему будет на американца нападать? Ну, зачем с тобой дружба? Just for fun. Not sorry. Not sorry. То есть я тебе не жаль. Я понял. Думаю. Горгот на тебя планирует нападать, мне так кажется. Да-да, через всю карту сейчас. Че там за юнит? Давай, китаец, ход бесконечный. Элитами прибежит. Я, по-моему, должен был право. Что ты должен был? Появиться справа от американца. Там и рыба есть. Может, тебе надо было не ходить? Рудники. А чё я там ходил? Здесь вырубаем. Давайте зал для приемов возьму все-таки.
трон вождя. Ну, я не буду ни с кем воевать. Храм предков, у меня не так много. На мне не надо, наверное, поселиться. Хотя. Араб, да здорово. Здорово, до приема. Здорово. Здоровый континент получился с хорошим разбросом. Так. Пошли здесь рис вырубаем. Слушайте, автобаланс старта мне нравится, потому что последние ФФАшки, которые играл, старт был у всех просто отвратительный. Типа, в том плане, что там между столицами было по 10 клеток. Насчет континентов. Континент Азия всего 4 клетки в ширину. Далее назначим. Давайте. Ну, вот обычно так. Американцы так и попадают. Вместо Васи. Край мира. О, чудо какое-то. Может не открывать если его? Это легко. Если мне там понадобится чуть-чуть кинжат, не подкинешь? Ну, в должок, да? Нет, подожди, зачем давать деньги Англии, чтобы на Америку заходить? Пускай они воюют между собой. А как я захочу у него плюс 5? Алексей, ты там насчет города моего помнишь, да? Чтобы мы поместились. Так я вот тут уже ставлю все. Ладно, ладно, не надо мне давать денег. Чтобы Америке дали, чтобы он мог защититься. А то сейчас нет. Все, клинка-малинка теперь у меня играет. Там интересно, что и меня интересно. Тоже играет, но я все не встретил. Малинка, ребят. Ну, один раз в 10 лет, если послушать, то да. И причем не кавер, который в цивилизации играет, а именно оригинал. Смотри предложение. Грек. О, так может мне пока... Сейчас, в принципе, надо поставить город. Поставить черную карточку. Нормально. Так. Внутренние торговые пути. А, мне кажется, рыцарь, что у меня только один кампус. Кажется, на 50-м ходу 2 минуты таймер, ведь даже 2,5 это дофига. Честно. Не знаю, я не успеваю. Алексей, у меня 3 хода будет. Не, у меня до союза еще... У меня дольше до союза. У меня где-то 6 ходов. Кто молчал? Кто? Кто молчит? Неизвестный игрок. Стокгольм, ребята, на море. Фарберг. Соло, не хулигань. Ну а, так вот откуда у Виктуса столько науки, блин. Стокгольм, Женева, ребята. Сколько у вас науки уже? Нифига, 25 науки, офигеть. Это был в прошлой ФФАшке с нами голландец, по-моему, Люкс со мной играл, кто-то еще, который понаходил этот, научные ГГшки, втихую их посузеренил и выиграл игру потом просто за счет сумасшедшего количества науки. Ну и правильно сделал. Не, ну красавчик, спору нет. Но всем остальным участникам этого ФФА было не очень приятно. Нет, ну, конечно, ваш заход, это был, конечно, фейл, когда вы вчетвером на него пошли, на танке. Да-да-да, пацанчик просто вышел в корпуса, в армии, в танкистов, когда у всех еще легкая кавалерия, и... Чувак меня одни, этот, всю мою империю одним корпусом танков уничтожил просто. Чем не один ставил звали. Блин. Я думаю, я могу тут купить. Голландцы, я не помню его никнейм, если честно. 2 из 3, а где ж мне тогда? Почему 2 из 3 написано? Один прекратил бегать, что ли? Так, давайте. Одного сюда перебросим. Другого. Пипикисис. Мой любимый город Пипикисис. Мой любимый город Крипипикисис. Очень мне нравится название. Я вообще думаю поменять полностью тогда не Алексей Халецкий, а Вацик Пипикисис. Он вообще будет играть. Не забывай, да. Играть.
Так. Что нам теперь? Надо янтарь обработать. И вот тут надо выкупить ртуть. И здесь строителя делаем. Блин, я через Стокгольм не проеду. Англия объявила войну Стокгольму. Но я ему не буду забирать. А что за баг? У меня у юнитов по 99 хп, и они не выхиливаются до 100. Что это такое? Прикольно. Никто не знает. Я такого еще не видел. Вот реально, два юнита, с которыми я с варварами воевал еще в самом начале игры, у них по 99 хп. Я ставлю их выхил, и они не выхиливаются. Американец, хотя бы стены построй. Гетераксис, если можно сказать. А может, у тебя стоит карточка из темного века, чтобы не лечились? А, да. Нет. У меня не темный век, поэтому у меня ее чисто физически быть не может. Так, вместо Васиси торговец завершен. Плюс там же блокируется лечение только на вражеской территории, если я не ошибаюсь. Да. Они на моей, они у меня в городе типа стоит юнит. Я, наверное, здесь вот сейчас коммерческий район поставлю. Просто. Просто вот это лицо Джеки Чана в ТФ Фейс. Пингал. Назначим. Давайте в Маскотеу назначим пингалу. Так, караванчики поехали. Перс. Так, мне осталось только... Мне симбиоз только тебя осталось встретить. Ты где? Я в самом верхнем правом углу. Вот ты если нашел перса и китайца, я вот выше них вправо вверх. Нет, я только грека нашел. Ему еще до меня идти долго. Через всего грека. А, ну так далеко еще, да. Ты разведай, перс. Блин, я уже это походил. Давай на следующую. Или не походил, сейчас посмотрю. Походил или не походил? Да, походил, на следующий вот вопрос. Ладно. Надо... Китаец не хотел мою религию, но она сама к тебе пришла. Выведем ее каленым железом. Же я плохо считаю. Соло, открытые границы дашь? Чтоб я вот своими этими прачниками дружба туда ушел. А? Дружба, открытые границы. Я ничего не слышу. Дружба, открытые границы? Ну да, да. Кто-то хочет оливки, ребят? Я ж не знаю, что там будешь делать. Оливки, товарищи. Я готов оливки. На красители, по-моему. Или на шелк, не помню. На красители было бы неплохо, но мне тебя найти надо сначала.
Так, что откроем? Мой разведчик вроде как разведывает автоматом, но все еще не нашел. Водяная мельница, древние стены нужно строить. Так, здесь мы монумент сделаем. Здесь. Давайте, может, здесь водяную мельницу тогда построим. Блин, что ж нам делать-то, Америка? Здесь древние стены. Ну нападай! Слушай, начинай, почему ты не хочешь так вот по берегу города поставить? Тут вот неплохие места. Ну ты вот... Тут вот эти вот два, может, еще неплохие, я там уже метки поставил, но, блин, столица и город второй, они просто без пром. Я не знаю, что с ним делать. Я их никак... У меня Лос-Анджелес с промкой, я так и называю. Перс, у меня будет город недалеко от Сузы. Вот видите, мрамор там выше Суза. Между двумя мраморами там где-то город будет. А, блин, да. Господи, ну Сузы, ну почему Суза-то? Вообще, странно, почему я так... Я не знаток истории Персии и не знаток персидских городов, если честно. Не, ну... не, просто интересно, вот часто делают там вот Генуя называют, Суза. Просто интересно... Исходя из чего вот выбирается ударение. Знаешь, во французском языке, например, всегда ударение на последний слог. Так у них вот любое там не Лёша, например, Лёша будет. Не Invictus, а Invictus. Типа такого. Не, нет смысла воевать. С американцем. Мне кажется, ударение это вот особенности с особенностями языка. Вот, еще и Колизей построил. То есть, если условно в каком-то французском больше слов с такими ударениями на гласные вот в первом слоге условно, то у них они другие, ну и другие языки будут пытаться под эти правила подтягивать, ну неосознанно. Так, инженерное дело отложим, давайте строительство. Здесь что? Мне нужен город в 10 жителей. Где это возможно? Только если Микисев Вацик. Надо... Алексей, а вы можете своими упрачниками подключить? Я тебе поэтому и просил открытые границы, чтобы быстрее можно было свалить. Вот я теперь по одному ходу сейчас буду отходить, понимаешь? А там еще стоит, а там стоят юниты американцы, между прочим. Я сейчас вынужден обратно на камень становиться. Пошла жара. А тут не будет никакой жары. Смотреть. It's time to work. Не получится, пойду. Реально нет пром. Была бы хотя бы чуть пром, я ничего не делал. Опа. Не, ну холмы какие-то у Манчестера шимеются. Нормально. Манчестера, вот у Манчестера единственный город, в котором есть пром. Я что-то не понимаю, как американец в темном веке, если у него было 6. Это не он. Я что-то перепутал. Блин, ну три города-то у него все равно. Инженерное дело ускорили и открыли. Инвиктус, посмотри предложение.
Строительство водяная мельница. Он на два хода строится. Тропические леса вырубаем, это ускорит здесь население. Алексей. Это ошибка. Так у тебя тут еще и чудо англичанин. Тоже, но, тоже да, плохое. Что нашел? Перс, я согласен на дружбу, но без союза. Слушай, американец, а у тебя союза? Сколько количество очков было? Китай. Еще раз. Да. Первая эпоха, какое количество очков было? А чё так плохо? 7. Если тебя начнёт Георга, чтобы я мог подключиться... Это монумент. Круто. Чё, я сейчас карточку с тёмного века поставлю туда-сюда. Я знаю, что-то? Не, я просто думал, нормально, блядь, затупил. Ну ладно. Давайте, меч. Тут пару ходов, да, тоже до рыцарей поиграем. Не буду пока находить это чудо, значит. Так, что тут ученый? Такой. А если претендент? Хотя хоть какой. Грек явно. Так, тебе сказать надо. Есть претенденты на Петру, пацаны? Грек. Понял, что ты уже что? Нет, и, наверное, не буду уже. Знаете, что мы тут хорошо поставить? Я смогу от Пипикисиса тут поставить, и это, и они три центра коммерции друг на друга будут влиять. Использовать. Давайте. Я не поспею за тобой. Алексей, ну блин, опять тут фигово. Момент. Алексей, дуболом убил. Ну сейчас. Не, может, не все постоянно. Давайте строителя здесь. Здесь монумент. Обработали. Обработали. Так, кисев вацик. 4 хода. Ну чё, кто-то вылетает, что ли? Нет, казалось. Это с чего? Я могу его поставить на нижний алмаз, Invictus? Invictus? Да, поставь нижний алмаз, да. Ой, как красиво тут у Инвиктуса Колизей, рядом библиотека. Это оракул. Так, все, не надо. Оракул? Оракул, да. Колизей, оракул вместе так. Побывал в оракуле, пошел смотреть на битвы гладиаторов. Посмотрел. Если бы механика туризма работала реалистично, Инвиктус бы выиграл. Да. Совершенно верно. Блин, не увеличилось количество жителей. А жемчуг кто-нибудь вот этим ходом хочет? Хотит поменять? Даже на денежку, возможно. Второй этаж. Перламутра. Еще есть помимо жемчуга. Ну, вообще хреновый ученый, математика уже давно открыта была. Англичанин точно должен быть заинтересован в чае. Да, я тут вообще, знаешь, пока не знаю. Меня тут немножко. Я понял. Другие заботы. Амбар. Поставим, раз мы хотим вырасти. Чувство на еду. Я просто злую. Ребят.
что могу сказать? Не повезло тебе. Да ничего страшного. Пум-пум-пум. Так. Может, в образование пойдем, в науку, раз там все воюют. Мы чисто поразвиваться. Универы. С греком у нас союз будет. Давайте Виктора посадим куда? Куда посадим? В город с длинным названием. А, еще могу кому-нибудь. Знаешь, эта песенка должна играть. Давайте Амани. Туда, в Маквасакакихан. Почти Москва. Ребят, кто-то метки ставит, да? Признавайтесь. Ну да, это что нельзя. У меня подвисает все, когда кто-то метки ставит. Спасибо тебе, англичанин, ты мне испортил всю игру. Вот так вот. Прости, прости, вот мне Фераксис испортил игру. По генерации. Там же у вас серьезно зруба, не там по очкам, по войскам. Я смотрю, перс начал армию строить хорошо, так активнее. Ага. При этом я со всеми в дружбе, кто вокруг меня. Ну не знаю, что ты говоришь, что таймер большой, я не успеваю закончиться. Ну блин, извини, тут китаец сидит. Знаете, говорит, где-то вот тут я бы еще город не поставил. Буду, тебя пойдет грек распиливать, я тоже тебя буду пилить, ну и что мне делать? Сидеть без армии? Ну, справедливо. То есть меня такие все вокруг поднапрягли, потом что это тебе говорит, армия? Так, 9. Да, не доведу я до 10. К сожалению. Нам тут построить библиотечку. О, а подано что дает? Отлично. Это хорошее чудо, но не сейчас. Не сейчас. Давайте библиотеку. О, Крис, здорово. Так, и... строители. Ну блин, мне чтобы дождаться следующего века. Я уже набрал все очки в этом веке. Бывает. Я тоже, я уже на 6 вперед ушел, понимаешь, что же. Тебе... 6. Я на 25. Красиво. Может, тут Магнус будет хорошо. Александр, убери разничка. Алексей тоже убери с футболом. Ну, а, Алексей, будет. Там к тебе оливки едут. Слушай, ну что я все убираю, да убираю. Где мне его поставить, чтобы он не мешался тебе? Огонь. Там есть лагерь, можешь пойти по нему, об него убиться. Алихей. Да, принял. Алехандро. Алехандро. Тоже это ассоциация сразу. Араб, ты со мной союз. У меня же там на строителей, да? С кем это? Вот чудо хорошее. Ну, с персом. Ну, давай. Я не против. Тебя долго? Мир, и дальше будем воевать. Вы воюете там? Ты серьезно? Там у них все серьезно. Serious business. Ну, и так мне еще... Не, еще долговато. Еще долговато будете воевать? Долговато до союза. Если только мы еще будем воевать. Маячок. Тебе настолько нужна армия, что ты в Лондоне маяк строишь, да? Инвитус, прям чудеса все. Рынок. О, вот здесь, кстати. Давайте мы место Васис вообще на еду. Прям конкретненько. Да не, он продержится, да я думаю. Должен. Какой город?
Мои прогнозы... Я падаю. Обидно. Опа, да тут Матерхорн у Инвиктуса. Юниты просто игнорируют холмы до конца игры. И плюс 3 ксида имеют. Там у араба просто куда-то такое, что ли. А надо сюда зайти. Эйфиалют куколь. Что у араба? Эйфиалют куколь. Да, причем в тундре. Там у него есть Иерусалим. Не столько у меня, сколько у Иерусалима. Самое интересное, что вот его город стоит под Эйфиалютюклем, и там руинка до сих пор не собрана. Так, а американцы, я так понимаю, уже не найдут. А, это мы сейв в Бразилии, я забыл ее собрать после сейва. Что? Ребят, вы думаете, так просто американцы на его континенте, плюс он под карточкой темного века с боссом. Здорово, американец. Так мы и не думали, я не думал, что это будет просто. Я поэтому и говорил, что я не буду вписываться. Ну я же говорил, третьего я вписался бы, ты бы забрал Лос-Анджелес или Балтимор. Да, нет, я воюю. Лос-Анджелес и Балтимор — это грустные города. Ну, не очень здорово. Блин, я сейчас с ума начну сходить от калинки-малинки, вот звук пора выключать. Так, что нам тут построить? Может, Ападану здесь, или великую библиотеку? Больно, не больно. Американец там. Еще надо этот риск, кстати. Я теперь понял, с тобой, когда играть соло, можно с тобой даже не договариваться, сразу войну объявлять. Блин, ну если такая ситуация, я же объяснил. Ну, как... По-моему, я на ходу 8-9 об этом сказал. Что... Соло дружит, пока ему выгодно. Ну а как мне добыть? Вы скажите, я только за. Ну мы тебе рассказали, мы расставить города по побережью. Ну, что вы понимали? Пока ему выгодно, как Оксимирон, типа? У меня другого выхода нет просто. Я не знаю, что ты жалуешься. Ты, в принципе, под карточками, ты американец. На что жалуешься? Меня сейчас ну, видимо, на то, что Нью-Йорк падает. Ну, там не только Нью-Йорк, там еще два города падают. Ну, так что? Действительно, на что ты жалуешься? Там еще два города падают, на что ты жалуешься? Ты чем-то недоволен? Виктор, сделай доброе дело, пожалуйста. Виктор, надо помогать англичанину, он забирает американца. Я его не заберу, я не заберу его. Я один город, максимум. Ну, как три города. Кто они? Ну, я думаю, вот когда ты его не заберешь, тогда и можно помогать, наверное, нет? Не, Сол, ты не могу это взять. О, дайте мне карточку. Прям сердце. Ну, потом просто прикинешь, я проапаюсь и просто прикинешь. А что я сейчас открыл тогда? А я не открываю, я службу отложил. Да, точно. Как тебе такое отложить? Ну ладно, следующим ходом героический век начнется. Строитель. Слезами на глаза. Героический век начнется. Уберется черная карточка, я смогу поменять, я хочу на плюс один. Китай, давай мы союз с тобой, а? Отправить послов. Чем тебя дружба устраивает? Машиностроение, озарение. Можем всякие получать. Торговый путь. Энтон Дариву. У тебя есть союз с Гордо? Да,
Так. Он заключил с Алексеем на условии, что типа не будет ни с кем заключать дело. Значит, ты потенциальная жертва Дагборга. Логично. Первый посол. Мне есть чем заняться, чтобы не нападать на тебя. Я готов тебе предлагать дружбу. Вот. Дружбу и нападение отлично. Деф, я сейчас настрою, чтобы тебе не было повода нападать. Ты можешь заключить союз с русским, с арабом. Может, пока содержание. Два союза это нормально, мне кажется, нет? Ладно. Так. Перси, убери разведчика, Перси. Лян. А вот и разведчика. Строителя. Перси, убедичка. Дальше. Да, отправляем Стокгольм. Женева хочет машиностроение озарения. А, где у меня тут мой, мои прачники? У тебя у самого рыцаря. Ну, так у него плюс 5 в ныве. Я не знаю, а на этот куда выходит? Куда выходишь? А, вышел. Геройку. Все, бонус пал. Араб, глянь предложение. Ну, Нью-Йорк уже захвачен, но... Филадельфия упала тоже. Чикаго упадет. Не знаю, вот эти. Так, вот тут осталось. Дельфия нужна, но я... Рис убрать. Прости, американец. Тебе до союзов далеко, араб? Ну мне еще две. У меня три хода союза. Товарищи. Так, Антиохия, ты там будешь мне помогать? Вон да. Ну, так я, наверное, сейчас рис вырублю, станет 10 жителей. Как раз. Ускорю. Развивайся. Американец, есть предложение? Я не сжигаю тебе Чикаго, ты мне Нью-Йорк отдаёшь. Мне спокойно даже... Есть предложение, я тебя завалю сейчас просто испорчу игру до такой степени, что ты вообще играть не сможешь дальше, и всё. Инвектус предложение. Ладно, хорошо. Договорились. Плохое предложение. Не знаю, но мне подходит, ты не поверишь как. Покажи мне. Создать арбалетчика. Есть. Нанмадол. Так, давайте еще строителей. Здесь надо вот тут вырубить лес и коммерческий район поставить. Питах там что-то там. Так, надо Магнуса пересаживать в места Хисипик. Вот он паундмейкера науки. 57 вход. Никого там не смущает паундмейкер? То есть то, что у меня всю эпоху было 60, это вас не Не, ну это правда многовато как. 67, да нет. Многовато, если было бы 167. Что, ты до сих пор не хочешь присоединиться к войне? Я нет. Зачем он присоединяется? Лёша сейчас развивается. А потом будет выносить. Потом двоих вынесет спокойно и всё. Да не, он не вынесет. Пока.
Ходят слухи, говорит, что Америка захватила Нью-Йорк. Да, смотри, говорит, хочешь к ней присоединиться? Говорит, ну, но он не вынесет никого, но к ней присоединись. Ну, звучит логично. Ну да, да. Да, ну феодализм не ускорим. Стой тут. Великую библиотеку построю. Ревшее чудо света. Великая библиотека, да, хороша тем, что дает ускорение каждый раз, когда кто-то берет великого ученого. Да там возле Чанши. Не, пустой тайл, да, я просто за то, что я его не скупал, он сам добавил. Так. Начинаем к греку отправлять караваны. Напомните мне, оазис считается источником пресной воды? Возле него престиж, да, повышенный? Считается. Ты бы это просто линзу открывал поселенцы и видел. Да, 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 да. Видел. Ну, у меня три тут. Ну, мне кажется, быстрее спросить, чем линзу открывать. Быстрее кнопочку щелкнуть, мне кажется. Ты что, это надо сделать два клика мышкой. Два. Один клик на клавиатуре. Цифра 4. Ну, хоткейтс... Бандар Брюней хочет не торговый путь. Вот, мы тебе рассказываем. Надо Бандар Брюней, конечно. Один религия, два континента, три престиж, четыре поселения. Удачно. Классно, удобно. Thank you. Здесь. Ладно, молодец ты, су. Взял, город захватил, взял и сжег. Офигеть. Фига, да я его не удержал. Да я же тебе предлагал, я говорю, давай я тебе города два не буду сжигать, ты мне Нью-Йорк отдаешь, мы мирим. Ты отказался. Нет, ты уйдешь сейчас в минус, чтобы тебе весело. Да я-то не уйду в минус, я по науке. Это же... Принуждение к миру. Да ладно. Так, давайте тут оставим производство, тут кампус буду строить. Перебрасываем сюда. Лол. Еще нет селитры, ну просто. Все, я пошел, короче. О, боже. Ты лалка. Я не понимаю, но как так? Ну почему? О, кстати, британец, привет. Я моя селитра. Хайль ту Грейт Бритон, Гарри. Блин, Инвитус, а что так мало денег дают к тебе караваны? Ну, извиняй. Блин, это вообще не... А, вот она. Ребят, как вам одна клетка тундры на всю Россию? Вот просто не... Просто одна. Ставь там город, называй Новосибирск. Или как Красноярск. Там уже стоит город, там стоит город Москва. Ну, блин. Не, чтобы... Я он стоит еще с самого начала игры, просто вопрос в том, что она действительно всего лишь одна за всю игру. Тут мы ждем прибытия Магнуса. Это можно возвращать. Передумал, нет? Нет. То, ты будешь каждый ход спрашивать? Ну да, мне просто интересно, может, человек мне не... Вдруг передумает.
Главное, правильно, главное не оставлять надежды. Блин, мне надо. Короче, все, ребята, играйте у нас. Упорочка! Упорочка. Ну, я предлагал варианты решения проблемы. Очень классные варианты. Офигенные, да. Ну, а почему не классные? Я всегда на такие предложения соглашаюсь. Он мне просто отдает один город. Играем дальше. Вот ты стреляешь. Да, давайте промышленную зону. А, я в союзы вышел. Что? Сделку посмотри. А, нет, да, я тут ничего не строю. Научный союз, хочешь, перс? Да, давай. Я просто вот около твоих границ. Китай, мне надо китаец, я принял с тобой союз очень давно. Окей. Да ладно. Араб, а тебе долго еще? В охоту. Отлично. Ну что, Соло, классно за Англию играть? Нет, ну обычно производство дают хоть. Не, ну я серьезно говорю, как бы. Еды нету, как бы. Во второй эпохе, в золотом во втором, было по 200 наук. Ну а тут просто, ну, нереально. Город не растет, производства нет. Вот у меня в Лондоне сейчас 13 производств. Соло, мне нужна будет денежка, ты не можешь денежку дать? Ты апаться собрался? Да. Ну давай, давай, прости. Араб, а ты города еще ставить будешь вообще? Или как? Да. Чтобы вы понимали, один на реке поставить хотел. Нет, кинь меня. Понимаю, у американца просто ноль золота. Вообще нет ни одного, ни одной копейки. Даже вход. Как так? Воюет человек. Все ресурсы в войну. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!